В Дворце культуры «Нефтяник» многолюдно, а вокруг бегают дети, взрослые готовятся, кто-то выступать, а кто-то болеть. Все ждут начала городского фестиваля «Семья года 2024». Фестиваль семейный, и начать его решили с одного из важнейших событий для каждой ячейки общества. А в чем главное счастье для родителей? Конечно, когда мы видим, как растут наши дети, взрослеют, становятся умными и ответственными. И сегодня у меня очень почетная миссия – вручить первые паспорта нашим молодым и ответственным губкинцам. Главный документ получили 10 активных губкинцев. Далее по программе – конкурсная часть фестиваля. Семьи Хабуддиновых, Кутлугульдиных, Воловиченко, Дротик и Кулаковых соревновались в 4 этапах. Начали с визитной карточки, где конкурсанты отразили историю знакомства, семейные традиции, спортивные и творческие увлечения. Северных сияний пролетать, большие города. Каждая визитка удивляла оригинальностью, несмотря на то, что времени у конкурсантов на подготовку было немного. Решились мы спонтанно и решили показать себя в этом конкурсе. Для нас это было впервые выступать. Мы очень серьезно отнеслись к этому конкурсу и очень на протяжении 2 недель практически готовились. Вот. Работали, в детский сад ходили и готовились по ночам. У каждой семьи свои таланты, и они их показали в творческом конкурсе. Самое главное, мы стараемся максимально, чтобы у нас все принимали участие, чтобы не было там у кого-то какие-то таланты там за счет их выигрывать, а остальные будут отсиживаться. Поэтому просто хотели проявить все самое лучшее, ну, может, и как кому-то другим пример задать. Вот для этого, в принципе, и старались. Кулинарный конкурс, как и творческая выставка, как и весь фестиваль, не оставили равнодушными никого. Семейные традиции и ценности проходили красной нитью в каждом выступлении. Я была в восторге, на эмоциях. Я считаю, вот слезы от радости вот только лились. Все семьи такие талантливые. Не знаю, вот прям я в восторге. Мне понравились все семьи. Мне кажется, в этом конкурсе все победили, все победители. Но жюри все-таки пришлось определить тройку победителей. Первое место присудили семье Воловиченко, второе – у Кулаковых, третье – забрала семья Дротик. Все участники фестиваля были награждены дипломами, подарками и денежным вознаграждением. Алина Гаврилова, Никита Мищенко. Новости Губкинского.